На этом святом месте, возле нашего прекрасного, всеми нами любимого храма, с которым связана вся наша жизнь. И сегодня мы опять просим благословения Господа на будущий год. И сегодня опять по нашей традиции деревенской будет заведена этот хоровод «Стрелка», чтобы Господь благословил наши посевы, для того, чтобы ниспослать Господне благословение. Стрелки на проведение вот этого народного гулянья. Конечно же, братья и сестры... По дороге в жизни идем, и у каждого путь свой назначен. То взлетаем, забыв обо всем, принимая обман за удачу, то случается вдруг, замыкается круг, и становится трудно поверить, что все можно решить, если надо простить, нужно верить в судьбу, нужно верить. Живите, любите и радуйтесь. Что каждое утро вам светит в оконце. Что было плохого, пусть будет забыто. Души вашей дверь всегда будет открытой. Мы боимся признаться себе, повторяя чужие ошибки. Что живем только раз на земле. Ваша дверь всегда будет открытой.